сказать, насколько облегчилась наша работа с использованием этого смартфона с данным приложением. Вот мы нашли очень похожий след на барсины, но, к сожалению, это след не барса, а росомахи. Открываем NextGIS, нажимаем добавить точку, следы жизнедеятельности, дикое животное, под GPS, видовая принадлежность, указываем росомаха, давность следа, указываем новое. В общем-то, в данном моменте нам больше особо заполнять нечего. У нас есть еще возможность сделать фотографию цепочки следов, чтобы другие специалисты тоже убедились в правдивости нашего видового определения. Нажимаем галочку «Добавить». Все, вся регистрация окончена. У меня в руках телефон, в котором установлено мобильное приложение NextGIS Collector, которое мы используем для работы в изучении снежного барса. Сейчас проходит у нас учет, поиски его следов. Вот, вот здесь отражен маршрут сегодняшний. На реке Хинчигилихем нашли следовую дорожку Киргиза, довольно свежие следы. Сейчас будем при помощи программы обрабатывать данные. Программа NextGIS Collector. Итак, выбираем отпечаток лапы и приступаем к обработке. Промеряем следы. Берем левую переднюю лапу. Промеряем у нее ширину. Составляет у нас 9,8 сантиметров длина следа. Вот так, 10,5 сантиметров. Вот таким способом вводим данные, очень удобно, очень быстро. Много волосков, вот они. Вот мочевая точка, вон они, брызги на камне. Активно метит это место. Ты сейчас в программе записываешь? Да, программу записываю. Как называется по-русски? Бушнел. Бушнел? Ага. Бушнел, да? Да. Угу. Переход зверя. Мы хотели бы поблагодарить за предоставленную аппаратуру, оборудование. И хочется сказать большое спасибо нашим партнерам. Так что спасибо, корпорация «Сибирское здоровье». Xiaomi. Xiaomi. Mi A2 Lite. Все. Xiaomi рули. Xiaomi. Класс. Спасибо за помощь в изучении снежного барса. За предоставление фотоловушки. Сохраним снежного барса вместе. Спасибо.